У самых рельсов сидит привязанный худой пес и печально смотрит на серый чемодан рядом с собой. Вокруг сотни прохожих, но всем им нет до собаки никакого дела. Пес сидит и сидит, а вокруг медленно наступает вечер. В домах зажигается свет, там тепло и пахнет ужином, но ни за одним из них не ждут несчастного пса. Наконец эту брошенную собаку заметили и отвезли в приют, вместе с чемоданом, в котором оказались миска, подушка и еда. Спасатели просканировали его микрочип и связались с владельцем, но голос на том конце провода утверждал, что не является теперешним хозяином собаки. Мол, он продал ее несколько лет назад и ничего не знает о дальнейшей судьбе животного. Тогда собаки стали искать дом, однако параллельно не прекращались поиски человека, который оставил его привязанным на вокзале, чтобы призвать нарушителя к ответственности. В конце концов, расследование привело к женщине по имени Ира, 39 лет, которая в тот день на вокзале собиралась купить пса. К счастью, история собаки не осталась без внимания. Люди со всего мира стали слать ему деньги на восстановление здоровья, ведь помимо истощения, пес страдал от глазной болезни, выворот век, и ему требовалась операция. Но вот все нужные процедуры были проведены, и за брошенным псом выстроилась целая очередь. Его отдали девушке по имени Анна. Сейчас они дружно живут вместе.